Туризмом у нас вообще наступает напряженка. Любимое место отдыха россиян – Египет – сейчас в огне бунта. Сторонники прежнего президента борются с нынешними властями. Вчера стало известно, что в Египте объявлено чрезвычайное положение. Также вчера федеральные каналы показали репортажи с египетских курортов, где руссо-туристу беспечно улыбаются в камеру. Война, дескать, там далеко, а у нас тишь да гладь да солнышко. Ну, странности наших людей всему миру известны. А вот когда доберутся боевики до курортов, да начнут рвать всех подряд на клочки, не разбирая, кто тут смелый турист, кто идейный враг, тогда уж и поздно будет. Между тем, по данным египетских изданий, стычки противоборствующих сторон уже произошли и в курортном городе Хургада. Израильские информагентства передают о решении МВД Египта приостановить движение поездов по всей стране. Дело в том, что на этом популярнейшем курорте уже не первый месяц наблюдаются какие-то политические нездоровые ситуации, да, когда там ведутся и забастовки, и стычки, и столкновения, и разбои, и т.д. и т.п. Угу. Поэтому мы в своей туристической фирме «Арготур» приняли решение в течение месяца уже как, мы не продаем туристические путевки в Египет. И настоятельно рекомендуем своим клиентам не путешествовать, не приобретать, точнее, туры в эту страну. Но если... Вы настойчиво все-таки хотите туда совершить? Ну, сорви голова, дескать, а поеду, ничего. Да, то мы вам посоветуем обратиться в соседнюю туристическую фирму. Сами продавать не будем.